Освоить технику гратаж может каждый. Берем лист плотной бумаги и произвольно покрываем акварелью. Можно использовать разные цвета. Дайте работе высохнуть. Далее нам понадобится обычная хозяйственная свеча белого цвета. Обильно натираем ей наш рисунок. Следом покрываем парафиновый слой тушью с каплей жидкого мыла или просто черной гуашью. Даем заготовке просохнуть. Теперь самое интересное. Начинаем непишущей ручкой процарапывать узор. Рисунок может быть любым, все зависит от вашего воображения. Готово!